РТВ приветствует своего зрителя. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Встреча с депутатом Государственной Думы Лаховой Екатериной Филипповной. Митинг, посвященный решению проблем инвалидов. Выступление наших студентов на конференции по теме кредитования. Участие Академии труда и социальных отношений в спартакиаде. Десятого марта в городе Кургане прошло мероприятие, посвященное открытию Ледового дворца. На открытии присутствовала пятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина и губернатор Курганской области Олег Богомолов. В нашем филиале прошла встреча преподавателей и студентов с депутатом Государственной Думы Лаховой Екатериной Филипповной. Смотрите в следующем репортаже. 5 марта в Курганском филиале Академии труда и социальных отношений прошла встреча с депутатом Государственной Думы Лаховой Екатериной Филипповной. Ее визит был посвящен развитию общественных женских движений и их роли в становлении гражданского общества. Приглашенные рассказывали о своих достижениях и результатах их деятельности. Семина Наталья Викторовна, депутат Курганской городской думы, руководитель Курганской региональной общественной организации «Новая жизнь» и предвечная Надежда Александровна, председатель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества глухих, были награждены медалями за успехи в общественной деятельности. В России ежегодно признается инвалидами свыше 1 миллиона человек. Эта категория людей, хоть и не самая защищенная, но имеет свои права и свой голос. В проблеме разбирался Юрий Шохов. Партия реализует проект «Доступная среда для инвалидов». В стенах управления Роспотребнадзора прошел конкурс, посвященный защите прав потребителей в сфере финансовых услуг. С места событий продолжит Кристина Письменная. Тема моя «Пластиковые карты» и пользование данной информацией делом были. Прошло несколько месяцев, и я стала очень актуальной. Умение с картой, допустим, продавцом, продавец направляет, то есть это осуществляет. Приходя в магазин, посещение магазина одежды, мне не попросили в себя на пин-код. Конечно, реальные деньги смеять будет совершенно сложно.
Нет, сейчас на 10% трудный эффект превышает 30%. Роль сферы услуг в экономике, что отражает данная статья. На дворе уже весна, так что сидеть дома категорически запрещается. Все на свежий воздух. Берем пример с наших студентов. Уважаемые участники соревнований! Уважаемые участники команды областной организации «Работа!» Внимание! Старт! И уже начинай выходить. Это были все новости на сегодня. До скорых встреч.